Здравствуйте. Здесь написано English Grammar. Это значит английская грамматика. То есть, если вы хотите выучить язык, да, вам придется учить английскую грамматику. Это очень страшная вещь. А кто вам ее поможет выучить, это я, а репетитор английского языка. Мои бонусы. Я native speaker. Native speaker – это значит носитель английского языка. Я живу в Канаде, знаю английский. Мои бонусы – то, что я знаю русский. Зная русский, я могу внятно разжевать. То есть, когда вы берете чистокровного английского преподавателя, вы думаете, вот, не будет русского, будет прогресс. Нет, прогресса не будет, потому что нагрузка должна быть тренировочной. То есть, я рекомендую вести занятия в таком плане. Часть русская, часть английская, и постепенно уменьшать русскую, чтобы перейти на английский. А сходу английский такого быть не может. Это то же самое, как дергать штангу 300 килограмм. Ну вот я могу 300 килограмм английской грамматики вытащить. Вы не сделаете. Все учебники в английском делятся на три уровня. Первый – это elementary, элементарный. Второе – intermediate, и третий – advanced. То есть вы должны сперва пропахать учебник для начинающих, потом для среднего и в конце высокий. А если вы мечетесь от одного учебника к другому, такого не бывает. У нас же нету лампы Аладдина, сезам, откройся, английский я выучу. Нет. Бывает напряжная методичная работа. Но я знаю, что ученик живое существо, поэтому я всячески оберегаю его от умственных перенагрузок. А я успешный учитель, потому что у меня это получается. Получается на фоне того, что это своего рода профессия тренера. То есть надо накачать ученика уверенностью, давай ты сможешь, у тебя получится, ты наилучший и так далее. То есть главное это моральный дух. Если вы не стесняетесь, вы выучите английский. Если вы боитесь английского, то не бойтесь. Нас двое, потому что я репетитор английского. И мы сможем отправить английский в нокаут. 2-1. А на что хочется акцентировать ваше внимание, это на практическое применение английского языка. Мы должны сразу начать говорить. Ошибки – это нормально. Ошибки – это показатель того, что вы делаете. Чтобы прийти к цели в 2 раза быстрее, надо удвоить количество ошибок. Никто вас топить не будет за ошибки. Вы можете импровизировать. Ваша задача – держаться на достойном уровне. Плюс условия обучения. Учиться я предлагаю по скайпу. То есть, если я нахожусь в Канаде, вы в России, вы можете быть от Владивостока и до Калининграда. Это не влияет. Потому что это как мобильный телефон. Скайп бесплатный. А вам не нужно покупать учебники. Все учебники я пришлю в электронном виде. Причем, крайне рекомендую учиться по западным учебникам, допустим, эту книжку плюс Мерфи, Cambridge in Use, очень удачная серия про pronunciation, произношение и так далее. Чтобы ваша мечта выучить английский стала реальностью, давайте скажем первую фразу по-английски. I have a dream. Это значит, у меня есть мечта, а что мечта come true стала реальностью. В программе Skype видите мой ник Smart Teacher 197. Это значит умный учитель 197. Напечатайте, я хочу заказать пробный демо-урок. Сразу по мгновению волшебной палочки вы его получаете. Там мы проясняем, какие ваши стороны слабые, какие сильные, и сразу начинаем работать над выполнение. Я считаю, те, кто хотят выучить английский, у меня есть ученики, которые встают в 7-8, чтобы позаниматься, а потом идти на работу. Вот это успешные люди, 3-5 раз в неделю. А те, которые говорят, ну, вроде там английский выучу с понедельника, с Нового года, это нереально. Английский — это мировой язык, это как латынь в средние века. Все научное, серьезное, 80% мировой информации по-английски. Выучите английский. Я вас прошу, выучите английский. Так, цена занятий 300 рублей. Почему такая хорошая? Потому что я работаю напрямую.
То есть мне не нужно платить рекламу, а мне не нужно снимать помещение, и, конечно, мне не надо платить взятки. А плюс, я работаю честно. Вообще, honesty is the best policy. Честность – лучшая политика. Потому что репутацию, ее если создать, это долго, а потом разрушать, пересоздавать – нет. Лучше работать сразу и внятно. То есть выгодно учиться у меня. А я знаю английский, я native speaker, я живу в Канаде. Цена 300 рублей. Вы такую цену, наверное, днем с огнем не найдете. А если в Москве, то и подавно. Плюс, я честный человек, сперва работаю, потом плачу. То есть у вас есть моральный стимул меня заставлять работать. Но я буду работать, потому что я энтузиаст своего дела. И четвертое, я предлагаю вам пройти бесплатный демо-урок со мной и оценить ваш фактический уровень английского и в какую сторону двигаться. А я подписываюсь на любое задание с английским. Я лично верю, что английский язык помогает по жизни. Выучить английский, и вы увидите. Это 100% лучшие возможности. Вы понимаете, вы будете элитой. 13 тысяч людей знают английский. А вы думаете, вот, а почему мне не хватает мотивации выучить английский? А я вам скажу, а вы начните хвастаться. Серьезно, хвастаться – это нормально. А вы сидели над учебником 2 часа, дошло до ситуации, похвастайтесь, примените, люди увидят, что вы действительно чего-то стоите. То есть делайте себе праздник. Выучили правила с грамматики, съешьте шоколадку. Вообще я категорически против штурмовки. То есть неделю не учиться, потом 5 часов сидеть над книжкой с грамматики – это жесть. 30 минут в день, даже при самом тяжелом завале, можно найти. Но я знаю, что мы живые люди, то есть ваш план на неделю – 4 часа. 1-2 со мной и 2-3 факультативные домашние задания. В основном слушайте аудиопленку. Вообще английский, это ж на вас висит, правильно? Вы должны это сделать. У вас это получится. Я хороший тренер, я накачаю вас уверенностью, и ваша самооценка будет 7-Up. Кстати, напиток 7-Up переводится «Седьмые небеса», в смысле «полное счастье». А я хочу, чтобы вы были happy, были счастливы, successful, успешные, and smart, умные. Чтобы это стало реальностью, добавьте в скайпе «Smart Teacher 197», я хороший человек, вы не пожалеете. И скажем goodbye.